И всем привет, ребята! Сегодня у нас событие Северный Вогнер, новая рыба. Проходим задание, участвуем в событии, ну, пытаемся как-то добиться каких-то результатов. Играю сейчас на своем твинке, он у меня 138 уровня. Осталось у меня поймать 12-звездочную рыбу. Обычную. Вот у меня, как видите, новая рыба Северный Вогнер. Место в событии у меня 22 пока что. Все задания повыполнял. Почти мне осталось добыть 12-звездочную рыбу. Обыкновенную. Заработать тем самым 5000 очков. Ну, я думаю, вот это и есть задание выловить обыкновенную. 3000 очков, 3,5, то, ну, это, скорее всего, будет тоже 12 звезд. Будем отталкиваться от того, что нам надо обычное, 3000 очков. Очень надо поймать. Но рыбы обычные у меня прокачаны, максимум до 9 уровня. То есть, для 12 звезд, конечно, нужно 10, ну, у меня есть 9. Речную камбалу выберу, так как у меня удочка на легендарная. Но рецензии я тоже вытянул на речную камбалу, чтобы как-то увеличить шанс вылова 12-звездочной рыбы. Но не факт. Будем попробовать. Будем попробовать. Она нам очень нужна. Попробуем. Поехали. 2600. 2300. 2800. 2600. 2978. Так. Винный вылов поймали. Ну, попробовать по 3050. Нет. Не то. Сонара нет. Удочка 358. Удочка на легендарную. Поэтому разницу пишет в огромную. Так, рекорд рыбы. 2941. Нет. Нет, 3000. Очень жаль. 3034. Ну, не факт. Да. Очень плохо. Очень плохо не идет рыба. Пока что безрезультатны наши забросы. А нам очень надо, очень-очень надо. Усилители уходят. А 12 звезд так и не видать еще. 300. Ну, давай же. Попробуй, поймайся. Очень надо. Нет, не то, не то. 2947. Совсем мало. 3027. Тоже набрали. Так и есть. Семьдесят семь, 336. Ну что ж, давай-ка покажись. Нет, тоже не туда. 3000 даже не буду. Вот 3200 может быть. Может быть. Да, 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 отлично, отлично, пожалуйста, 3025 очков, 12 звезд, замечательно. Итак, теперь мы в событии на 11 месте.
Так мы не падаем. 158 тысяч очков. Ну, дальше уже сложнее. 161, 162. А для этого нужно поймать еще крупнее. То есть 3075 очков. Ну, это уже, наверное, навряд ли у нас получится. Да и усилителей надо подэкономить. Еще третий день будет. Еще, как видите, первое место уже замыл. Вызов почти весь закрыл. Осталось тут последние места пару раз занять. И все. Ну, первое. Самое главное, первые три места я закрыл. Тоже проще будет. Смотрим. Подписываемся на канал. Ставим лайк, если видео понравилось, было интересным. Пишите в комментариях какие-нибудь, если вопросы есть, пожелания. И до завтра. Завтра будет третий день события. Будем также пытаться занять призовые места. И посмотрим, как оно пойдет. Всем пока. До скорых встреч.